гости приехали, у них день рождения сыночка. Сыночка у нас, нашего сыночка, 14 лет. 14 лет? Как тебя зовут? Дима. Дима. Видишь, паспорт получил, да? Ну, через месяц. Через Может, месяц. 14. А это мама. Мамочка. О, какой торт с паспортом. Вы такой видели? Классный. Это ягоды настоящие? Черешня настоящая? Да, да. Настоящая. Ой, здорово. Классно. Ой, какой красивый. Чтобы большой мальчик вырос, слушался родителей. Родители, видите, какой с паспортом. Как его потрогать? Это как? Это как будто настоящий. Папа делает все шашлыки. Сейчас будет. Фотографировать сыночка. Ну, молодой человек, познакомимся. Как вас зовут? Погромче не зовут. Привет. А ты откуда приехал? Я приехал. Ну, вообще из Краснодара, так и приехал. Как тебя отдыхается все? Ладно. О, уже собирается. Вот Наташа, а это оторвила у нас. Как тебя зовут? Соня. Соня? Да. Какое красивое имя у тебя. Очень красивое имя. Сколько тебе лет? А это мама. Соня, красотка. Отдохнули. Отдохнули. Хорошо. Очень прикольно. Да. А это что за красавчик у нас? Не стесняйся. Какие у нас мальчики, видите, отдыхают в черешне. Как тебя зовут? Рома. Рома. Мой бухать. Это мы с тобой бухать. Да. Отъезд у нас сегодня, все уезжают по другим местам. В Красную Поляну едут. Приезжайте в гости. Приезжайте в гости, не пожалеете, 100%, если вы суперчеловек, здесь классно, вообще все супер, мне понравилось, я еще вернусь, и вам советую. Пока-пока. Угу. Вот так. Так. Слушай, ну красота. Да. Угу. Хватит. Хватит? Угу. Пожалуйста. Пробуем. Вкуснятина. Необыкновенные вкусные овощи. Уж вкусные. Серьезно. Все, хорош снимать. Вот так. Сколько яркий получился. Это типа в банках таких продаются, наверное, да? Я покупала в Абхазии армянскую вот такую фигуру. Не знаю, как она правда называлась, но вот тоже была с баклажаном. Кусай, кусай. Очень вкусно. Люди любят, когда люди кушают. Вообще у тебя очень красиво получается. Да? Заразительно. Да. Советую вам сделать такое блюдо и подписывайтесь на Людмилу. Там еще очень много интересных блюд. Лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на ее канал. Давай, моя дорогая, кушай.
Вот у нас новые гости. Ехали они с какого города? Достаточно бюджетно получилось, всем рекомендую. Honda Shadow 2000 в сутки, если на большое время брать, мы взяли на 9 суток. Вот сейчас мы будем пересить здесь, угу, хорошо. Вот доченька. Как зовут тебя? Виктория. Как у твоего путешествия? Нравится? С папой? Давайте, пока.